64 лота были представлены на аукционе творчества в Ялуторовске. Его организовал благотворительный фонд содействия культуре имени Мамонтова. Аукцион проводится уже второй год. Цель – помочь местным художникам показать широкой публике свои труды. В то же время для предпринимателей это возможность приобрести эксклюзивные произведения живописи, которые не купишь в магазине. В этом году стартовая цена самого дорогого полотна была 20 тысяч рублей. В то же время они имеют возможность адресно поддержать художника, потому что способов спонсорства, меценатства много, но когда предприниматель видит, куда идут его деньги непосредственно, он становится более активным и более охотно вкладывает средства в культуру.